Шымкенте временно изолировали 9 участков из-за заболевания животных бешенством. Как стало известно, болезнь выявили у 8 собак и одной кошки. 5 участков зарегистрированы на территории Инбекшинского района, 2 участка в Альфарабийском и 1 в Каратаусском районах. Всех заболевших животных умертвили. Туши отправлены на экспертизу в Алматы. К счастью, заболевания бешенством у людей не выявлены. Ситуация под контролем. Это не какой-то карантин, когда вводят глобальные ограничения. Просто выявленные факты мы сейчас изучаем и работаем. Мы в течение нескольких дней проведем обработку, ничего страшного нет. Уже работает группа, которая вводит инъекции животным. Был выявлен факт укуса, но никто не пострадал. Все в порядке. В городе работает референтный центр, так что изучаем ситуацию. Изоляция участков продлится 2 месяца. Каждый день специалисты ведомства будут обрабатывать помещения и места на расстоянии 500 метров, где находились животные.